Всем привет! Меня зовут Таня Федун. Я являюсь экспертом в области построения качественных отношений с влиятельными людьми. Совместно с компанией Pride International я запускаю свою игру, которая называется «Я нетворкер». Каждый предприниматель, а также бизнесмен знает, что нетворкинг – это установление деловых контактов, является самым эффективным способом, а также менее дорогим инструментом для оптимизации вашего бизнеса. К сожалению, не каждый предприниматель умеет этим навыком пользоваться. В этой области главное уметь выделяться, а также запоминаться. Посмотрите на успешных людей, на успешных мужчин и женщин, которые сделали себя сами, которые стали миллионерами. Куда бы они ни пришли, куда бы они ни приехали, они умеют налаживать отношения. Таких людей уважают. Развивая в себе навык нетворкинга, вы сумеете быстрее продвигаться, а также выше подниматься. Реклама из уст в уста работает наиболее эффективным методом. Многие люди, когда приходят на живые мероприятия, они надеются заниматься бизнесом прямо там. Но на самом деле вам нужно создать доверительные отношения с людьми, качественные доверительные отношения. Именно в моем марафоне я вас научу, как войти в доверие лидеров, как научиться правильно выстраивать долгосрочные доверительные отношения, а также мы создадим мероприятие вместе с вами. Я научу тебя, как нужно правильно выделяться, а также запоминаться. И ты будешь на слуху у таких интернет-селебрити, которых ты видишь на этих фотографиях. Голосуй за мою игру «Я нетворкер» и стань нетворкером номер один.